В республике увеличили количество дней, когда запрещено продавать алкоголь. Соответствующий закон, принятый депутатами госсобрания, подписал глава региона Ради Хабиров. Документом уточнили положение о запрете розничной продажи горячительного в связи с празднованием Дня молодежи. По словам спикера башкирского парламента Константина Толкачева, раньше запрет действовал непосредственно 27 июня. Между тем, эта дата выпадает на разные дни недели, а праздничные мероприятия переносятся на выходные. Так было, например, этим летом. Фактически День молодежи отмечался в пятницу и субботу 24 и 25 июня. Теперь запрет на розничную торговлю спиртным распространен и на день, устанавливаемый муниципалитетами для проведения праздника.